Доброе утро, народ, с вами сегодня опять вещание из палатки. Закормился, сижу, смотрю, появилась рыба. Красная полоска, видите? Хоп, поднялась чуть-чуть. Сейчас приступим к ловле. Первым пойдет сегодня в бой у меня муравей с расцветкой тигр. Карбоновый кивок. Лесочка 0,10 овнер. Тест кивка 0,5-0,7. Мормышка где-то 0,65, примерно вот так весит. Что-то рыбка у меня плавает почти метр на дно. Мне надо зум, наверное, сделать 2 метра, попробовать. А, хотя вон она спускается, это она корм какой-то хватает. За бортом пока ехал, был минус 7 сегодня. Нормально, ветер должен как бы стихнуть. С утра был, пока шел, была метель. Первые три проводки показали нулямс. Заряжу пока эту удочку с поплавком. Опа! Охренеть! Это кто-то хороший, ребята. Это лещ. Стравливаю леску, ребята, с удочки. Лещ. И тащит, тащит. Ага. Смотри, с меня рука ходит. Это он туда-сюда. Ой. Это он туда-сюда делает. Ой, там тут попался. Почему датчик-то у меня ходит? Датчик надо вынуть. И сколько же он так будет? И сколько же он так будет? Я боюсь, надо багор достать. Вообще не дает подниматься. Я боюсь, леску порвет. Вот, маленько поднялся. Кто это вообще? Ага. Ага. Поставил мормышку сырный кубик. А, это я, наверное, свою удочку запутал. Ту удочку, я думаю, почему там клюет. Ага, ага. Ой! Это судак, ребята. Судак на мормышку. Сейчас попробую голову в лунку завести. Я не знаю, как его. О! Смотрите еще. Жесть, смотрите, килошка. А удочка вот эта плавает это от него. Килошка. Чуть-чуть за кило, мне кажется, даже. У меня удочка там плавает. Офигеть. Такая вот мормышечка, показываю вам. Лодочка. Сырный этот, сырный шарик. Взвешу и приберу тебя, чтобы ты мне тут не прыгал. Килограмм 65. За белой мормышкой вообще не хотят. Надо перевязываться на желтую. Сегодня рулит желтый цвет, оказывается. Ну как рулит? Подруливает. Рыбы полно в эхолоте. Вон. Она не перестает. Вот она как встала на лунку и там что-то шебуршит и лазит туда-сюда, обратно. Арбуз сегодня не хочет работать. Что у нас еще есть? Есть еще белые. А, это большие. Можно вот такой желтый попробовать с полосочкой. Это Спартак желтый получается, да. Есть тут просто Спартак, допустим, вот. А это Спартак желтый. Опа! Ну кто ты там, а? Кто ты? Кто-то мелкий, маленький. А, вот они, кто это. Это мелкие подлецы там копаются, копошатся. И сработал желтый Спартак. Я говорю, это не плотва, блин, походу. Плотва бы уже давно бы набросилась, съела. Вялые подлецы, блин.
Решил я пообедать, сейчас поставлю вторую удочку, второй поплавок и буду обедать. Не хочет на безмотылку что-то ловиться. Есть! Пошевелил, блин. Вот что значит сменил мотыля, ребят. Поплавочка сработала. Ой, 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 кто это там? Такой мощный. Ой, 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 ой. Ты что-то поздно начал сопротивляться. Смотрите, подлещ какой. Хороший. Отличный подлещ. Смотрите. Фу-ху. Поставил два поплавочка, которые сейчас пообедаю спокойненько, пока они стоят. И на тебе. Так. Опа, кто-то сидит. Вторая удочка. Нет, вторую мы сюда кинем. Плотвичка. Плотвичка. Я сижу удочку, распутываю. Если я сейчас ее брошу, то здесь узел затянется навсегда. Ух ты, одну поставил кое-как, блин. Эту так и бросил запутанную сейчас. Походу ее обрежу там. Ага, ага. Клюет, клюет, клюет. Опа. Блин, и нож там еще. Нож назад. О, какая плотвень жирная. Ух ты, проглотил-то как. Надо еще подманить. А то уйдет, блин. Шаволит, шаволит. Слабовато. Опа. Подлещ. Повела, 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 птичка. Стой. Птичка, блин, не наша. Не нашего формата птичка. Поперла рыба, ребята, поперла. Вон уже сколько накидал, смотрите. Пока одну насаживаю, уже вторая клюет. Не успеваю даже вот насадить. По два мотылька сажаю сегодня. Плотвичка хорошо вроде клюет на два мотылька. На улицу вышел немного размяться. Смотрите, что творится. Опять метель. А погода показывала, что сегодня, ну, прогноз погоды, что нормально будет. Ветер не сильный, но я ничего не вижу вообще. Все замело. Еще там вон кто-то ходит. Люди еще только приходят на рыбалочку. Обед, наверное, кто как смог. Обед, ребята, активность у рыбы спала. То клевала на каждую удочку, то теперь вообще затишье. Я уже и чай попил, все успел сделать, покушал. И нет поклевок. Наверное, у нее тоже обед. Что ж, тогда я, наверное, поставлю опять безмотылочку. Оставлю одну удочку на это, на поплавок. И буду безмотылить, может, какая-то активная придет. Ну что, смысл сидеть с двумя удочками, с поплавками, если они не клюют? Когда вот клевал на них, хорошо прям было, да. Сегодня, кстати, хотел заняться поиском новых мест. Вчера лежу, думаю, о, туда пойду, туда схожу, проверю. Вдруг там рыба крупная. Но, и погода вроде хорошая, но выхожу с утра, а с утра метель. Опять прогноз погоды ошибся. И я пришел вот на свое место. Метель, я думаю, как, куда я пойду, какие новые места. Поставил палатку, закормил, и все. И вот, слава богу, что-то уже наковырял. Опа, добрала. Безмотылочка сработала, безмотылочка. Кто там, интересно, на безмотылочку?
Я все-таки надеялся на плотву. Это окунь. Сработал на лодочку с подвеской «Спартак» желтый. И все, даже я пытался рыбу удержать мотылем кормовым, немножко щепотками кидал, и нифига, она все равно ушла. Хоть подкидывай, хоть не подкидывай, все-таки у нее выход. Поклевки закончились, сейчас, наверное, закормлю на послеобеденный выход. Сейчас в обед еще подкину вот по кормушке. В надежде, что после обеда опять она будет немножко шевелиться и обнаружит корм и задержится здесь. Такое ощущение, что у нас здесь какая-то приходящая, уходящая. Потому что в эхолоте сейчас рыбы вообще нет. С утра я закормил две кормушечки с мотыльком. И вот сейчас одну кормушечку в обед. В надежде, как я уже повторюсь, на послеобеденный выход. Ну или так, может, сейчас кто будет шариться туда-сюда. Какие-то одиночки могут ходить туда-сюда, чтобы задержались хоть как-то на луночке. Опа. Опа. На удочку попался кто-то. Блин, что-то больно легко идет. Плотвичка. Плотвичка небольшая. Опа. Подняло. Подняло поплавок. Та-та-та-та-та-та. Кто ты там такой хороший? Кто ты там такой хороший? Кто ты такой? О, подлещ, по-моему. Подлещ? Тише, тише. А, ляха-муха. Подлесочек пришел. Не, сегодня, походу, не безмотылочный день. Надо, наверное, опять ставить вторую удочку. Ну, что смысл? Будет выход, попадется вон. Нет-нет, да попадается на это. По-моему, поклевочка на поплавок. Не пойму. Ага, ага. Ага, еле-елечная поклевочка. Только что сказал, что надо сматывать без мотылку и вон что. И на этот, на поплавок еще кто-то клюнул. Плотва. Хорошая, жирная плотва. Я уже давно хотел посидеть просто с удочками, потому что у меня уже без мотылка что-то уже это поднадоело, потому что я через день на рыбалке, и мне вот это каждый вид. Ну не каждый день, а через день. Вот я позавчера был, сегодня опять вот. Хочется просто посидеть, понаблюдать за поплавочками. Смотрите, какая конфетка. Великоустюгская 1 от Деда Мороза. Дед Мороз мне прислал. Опять рыбка подошла. Сейчас один сход вот с этой удочки и поклевка была. Шевеление есть, он в эхолоте поднимается. Там что-то, ну кто-то роет опять что-то. Пока не клюет, взвешу подлещика. Судачка я взвесил, а вот подлещика нет. 500 грамм опять поди. Может даже поменьше. 580, не пойму. Вроде такой, такой же размером, как и те у меня были. А те 500, а это 580. Ну, маленько я укрупнился, значит. Сейчас мотаю одну удочку эту поплавочную. Тоже не работает. Попробую последний часок еще побезмотылить. Опа, на чертика, ребята, кого-то добрал. Все-таки раздраконил кого-то. Все мормышки перепробовал, поставил чертика еще. Думаю, чертика не пробовал. Блин, за это, за датчик зацепился. Обмоталась, вернее. А, это окунь, блин. Причем он подбагрился, что ли? Он подбагрился за что-то, а нет. А, хороший, хороший окунь.
Вот, смотрите на этого, на чертика. Подлещики, окуня, плотва и судак. Да, 4 вида рыбы сегодня. А почему же Беле не нравится чертик? Скажите мне, пожалуйста. Ну давай, достанем и домой. Если достанем. А, блин, это я тащу эту свою удочку, походу. Зацепал. Ага, вон удочку тащит. Так, стоять, как мне, блин, выпутать тебя сразу. Ну вот, такой вот окунек. На нем я сегодня и закончу. Было супер, мне вообще супер понравилось. Это, наверное, одна пока из лучших зимних рыбалок. Всем пока, спасибо за просмотр. До следующего видоса. Бить шатает голову мою.